Спасибо, друзья, что были сегодня с нами в день профессионального праздника Дня Учителя. Здоровья вам, успешных учеников и удачи! Возьми с собой огонь священный, огонь познания, творческий накал, огонь, что сердце сделал дерзновенным и все разбудни вихрем разметал. Возьми огонь священный, огонь, что Данка вырвал из груди, и сердце пламя ярким, вдохновенным, пусть путь твой освещает впереди. В концертной программе участвовали Диван Наталья, солистка. Вокальный ансамбль «Овация», культурный центр «Шелковик», руководитель Александра Галушкевич. Муниципальный ансамбль «Феетения», художественный руководитель Патрусова Ирина. Вокальный ансамбль «Виктория», дворца детского и юношеского творчества, руководитель Гаврищук Светлана. Эстрадно-танцевальный коллектив швейной фирмы «Веста», руководитель Лада Кельгут. Кружковцы речевой студии «Первоцветный» дворца детского и юношеского творчества, руководитель Рубановская Калина. Детский хореографический коллектив «Ориенталь», руководитель Калькова Алина. В проводке мероприятия участвовали педагоги общеобразовательной школы М-15, Трегуб Людмила, Ковалева Татьяна и первоклассница Ковалева Даша. Вели мероприятие Бобровицкая Светлана и Гат Николай. Озвучили мероприятие Сыченко Иван и Сибаричук Аруна. Видовое художественное оформление сцены Востик Тамара. Видеосопровождение Ольгович Виталий. С праздником вас!